Всем здорово! Вы на канале Поршень покинул чат, я Вадик с ТВ. Сегодняшний выпуск. В сегодняшнем выпуске мы будем штурмовать снежную горку. Как вы видите, все засыпало снегом, погода у нас здесь для кого-то шикарная, для кого-то нет. Я лично люблю тепло, но снег мне тоже очень нравится. Сегодня мы попробуем заехать на горку на Audi A6, которую вы видели в предыдущих выпусках Quattro, и на моей Бэхе. Задний привод. Из такого, что может дать ей немножко шансов заехать, это задняя новая зимняя резина. В принципе, в остальном шансы малы. Поехали. На дороге было, короче, небольшое препятствие. Для Audi это было не препятствие, но для BMW немножечко так подзагрузла машинка. Ну ничего страшного, просто надо было меньше газа жать и все. Итак, вот мы приехали на наше место. Смотрите, что мы здесь видим. Здесь горочка, она не маленькая. 3 года назад здесь мы были на Opel Astra. Итак, вот трудный участок. Крупный участок он начинает шлифовать. Благо передний мост спасает. О! Опасный момент. Зарылся. Астра не дала рады. У Астры не получилось. Закопалась в песок. И все, на этом мы закончили. Но сегодня эту горку преодолеет, я так думаю, преодолеет. Делайте, кстати, ваши тоже ставки. Преодолеет ли Audi эту горку? Я думаю, без проблем. Вот уже есть второй вопрос, назревает по BMW. Вон она там стоит. Даст ли моя ласточка рады? Получится ли у BMW E39 заехать на эту горку? Я думаю, шансы невелики, потому что задний привод. Ну, резина, в принципе, резина, вот это единственный шанс, что резина новая, и может быть из-за этого получится. Будет 2 способа, либо шлифовать на полную, либо потихоньку заезжать. Я думаю, и тот не особо сработает. Но у Audi, я думаю, проблем нету. Тут и она, если и шлифовать конкретно, то она заедет, и если потихоньку ехать, то она тоже, скорее всего, заедет. Ну что, будем пробовать, поехали. Ну, в общем, как я и говорил, для Audi A6 в Quattro это не составило особо никаких проблем. Но я уже вижу, что на BMW я сюда не заеду. Потому что тут и песок, и снег. В общем, так выглядит горка сверху. Полностью все в песке. Там вон вдалеке моя BMW. А так, на самом деле, очень красиво. В общем, для Audi проблем никаких. Заехала спокойно, легко. Конечно, наверное, большую роль играет резина. Резина здесь большая, для оффрода. Есть чем цепляться. И снег не замерз. Если бы снег замерз, был бы уже лед, то уже было бы немножко по-другому. Сейчас будем смотреть, как будет заезжать моя Бэха.
думал, будет хуже. Будет хуже, думал. Сейчас все попробую потихоньку. Пробуй. Короче, сейчас второй раз будем пробовать немножко посильнее разогнаться и посмотрим, что с этого получится. Шансы есть. Ну что, это было не так сложно, как я думал. Второй раз, по-моему, даже легче, потому что я набрал немножко больше скорости. Правда, боялся, что сраку занесет, и я там что-то либо бампер поцарапаю, либо где-то его коцну. Но нас пронесло, и все четко. Если вам понравился этот выпуск, если вам понравилось, как мы зарешали сначала на Audi, а потом зарешали на BMW, обязательно оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайки, это нас мотивирует делать следующее видео. Делитесь с друзьями. И вот скажите, BMW все-таки может? Может. А то в интернете куча видео, где BMW не заезжает, а Audi прям так все легко. Ну, понятное дело, здесь 4 колеса, здесь 2. Но BMW показала, что она может. Будем искать следующие испытания, смотреть, что у нас есть дальше. Будем готовить для вас следующие выпуски. Вы были на канале Поршень покинул чат. С вами был Вадикс ТВ. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.